9 мая у Магілёўскай вобласці стартуе тыдзень беларускай кухні. З такой ідэі выступіла ўправленне гандлю і паслуг Магілёўскага аблвыканкама. Ён праводзіцца ўпершыню дзеля папулярызацыі беларускай кухні. Толькі ў Магілёве да акцыі далучыліся больш за два дзясяткі кафэ і рэстаранаў. Але гэта датычыць усёй вобласці, і ў тыдні беларускай кухні возьме ўдзел спажывецкая кааперацыя. Усе ўстановы грамадскага харчавання, якія прапануюць беларускія стравы, пазначаць афішай. У меню ўваходзяць самыя розныя прысмакі ад усімі любімых бульбяных драй да страў, рэцэпты якіх пазабыліся ў нашы дні. Цэны спецыяльныя, таму лозунг акцыі «Паспей паспрабаваць», бо тыдзень беларускай кухні працягнецца толькі да 15 мая. Што касаецца цэн, они будуць очень демократычнымі, начиная варьироваться от 10 тысяч белорусских рублей до 35 тысяч белорусских рублей. И реализация данных блюд будет проходить на протяжении всего времени работы объекта общественного питания. Поэтому мы приглашаем жителей нашей области, а также гостей нашей области принять участие в этой акции, насладиться блюдами белорусской кухни, а также порадовать себя, всех своих близких в эти праздничные дни. Кроме того, как в преддверии, так и непосредственно в день празднования 9 мая на территории нашей области будет проходить ряд ярмарочных мероприятий. Организациями торговли и сферы услуг для ветеранов Великой Отечественной войны будут предложены различного рода акции и скидочные мероприятия. С более подробной информацией о данных мероприятиях можно ознакомиться на сайте Могилевского областного исполнительного комитета в разделе «Торговля».